Дорогие друзья, мы приехали на Арбатскую стрелку, и сегодня наш видеорепортаж. Нас встречает вон такая прелестная собачка, мы ее чуть-чуть подкормили, ждет сезон. Вот, приехали на Арбатку, здесь ветер, холодно, сейчас мы напротив рынка, мы приехали искупаться в горячем источнике. Сейчас пойдем и море вам покажем, все готовятся к сезону. Здесь кроме строителей никого нет, и понятно, что вот на горячий источник люди приезжают и купаются. Сейчас идем на источник горячий, а потом будет время, мы еще проедем и на это соленое озеро, мы часто туда ездим. В прошлом году мы сюда приезжали, снег лежал. Вот сейчас мы ехали, видели везде сухие озера, потому что понятно, что снега было мало. Вот, проходим мы на бесплатный источник. Вот здесь, видите, вот это здание такое. И здесь бесплатный источник. Конечно, здесь поставили и написано, что сбор за коммунальные услуги. Далее, это я показываю то, что рядом у нас здесь есть. Идем дальше. Дальше море. Это наши паломники. Ну, понятно, все. Все берем с собой. Да, мы же рождены в СССР, мы знаем, у нас должны быть и теплые вещи. Не, ну напротив тоже паломники. Ой, Анжел. Напротив тоже паломники. Идем на горячий источник, поэтому надо обязательно потом укутаться после него. 9 марта будем купаться. Не, ну в прошлом году мы 8 марта купались. Классно было? Да. Было классно. Дай там наш папа, скажи пару слов, пока идем. Все нормально. Все окей? Да, пришлось шапки одеть. Ветер дует. Вот заходим, а там... Заходим, подходим, подходим уже к источнику. Собак! Привет, собак! Привет! О, ну... Ой-ой-ой. Все, ушла. Ушла. Еще одна. Тоже... А, пришли! А там, сейчас я ближе пойду. Ну, вода теплая. Все класс. Вон, водичка с трубы. Там льется с трубы переливом вода, избыток воды. Она горячая. Народ сидит возле трубы поближе. Все греются. Так он... Ой, класс, а запах сероводорода. А так. Так, сейчас глянем. В прошлом году было намного меньше людей. В этом году теплее. Вода переливом. Она вначале, этот перелив, избыток, идет с той трубы в это озеро. И дальше здесь стоит труба для перелива. И переливом пошло во второе озеро. Вот этот переливчик, скажем, это не перелив, а переливчик с первого озера пошел во второй. И здесь летом те, кто не любят горячую воду, они приходят и плещутся здесь. Вот. А дальше уже вот это озеро переходит перелив туда поближе к морю. А там есть еще один переливчик, видите, ближе к морю. Там еще есть один. Те, которые не любят вообще горячую, иногда сидят там. В этом году водички мало, поэтому видно, что даже это озеро не очень-то такое вот глубоководное. То есть мелкое. Оно и так по колено. Здесь по колено еще. Вот и за зиму здесь вот это желтое, по всей видимости, это серо, да, оседает. Ну, пойдем и мы искупаемся. Наберемся здоровья, надеюсь. Первый пошел. Надо. О, Анжела раздевается. И куртка есть, и Анжела.
контраст такий. Хтось в куртці, в шапці, хтось пішов. Не холодно, ні? Не холодно? Клас. І на море тепер йдемо. Провідаємо. Посмотримо, як живе море. Там істочник наш. Далеки остался. В источнике забыла вам сказать, мальчикам до 14 не рекомендуют купаться. Почему? Потому что этот источник богатый радоном. Поэтому во время гормонального развития деткам, особенно мальчикам до 14 не рекомендуют врачи купаться в этом источнике. Привет, море в этом году. Наконец-то. Сегодня 9 марта 2020. Мы попали на Азовское море. Открываем сезон. Ну, начали, конечно, мы, понятно, с горячего источника, потому что там можно купаться. Вот такое вот сегодня Азовское море. Мы после источника будем. Ветер с моря дул. Подойдем сейчас ближе, скажем ему привет. Это картина местного художника. Бабушки на велосипедах едут к источнику. В основном бабушки сюда и приезжают. Вот. Домой везем, набираем водичку из источника. У нас бабушка... У нее сибарея и начало псориаза. И помогает. Вот тем, у кого есть начальная стадия псориаза, эта водичка помогает. О, муж не может набрать. Попроси их в источнику, хай наберут. Ну, это то, о чем я говорила. Написано на заборе, мальчикам до 14 лет купаться запрещено. Но наши люди считают, что если запрещено, значит это просто им запрещают. И везут сюда мальчиков. Но не стоит, это не просто запрещено, а не рекомендуют. Потому что мальчики более чувствительны к радону. Вот показала я вам наш горячий бесплатный источник. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Счастливо.